Праздник для жителей улицы Лакина наконец наступил. Здесь появилось освещение. Теперь ходить вечером по улице не страшно. Дорога хоть и узкая, но очень оживленная. До этого было темно. Двухстороннее движение, и могли просто люди попасть под машины. Теперь вечером хорошо. Все светло, и все душа радуется. Линия наружного освещения по улице Лакина имеет протяженность 450 метров. Здесь установили 17 опор и столько же светильников. Теперь они будут освещать дорогу в два детских сада и школу 53. В ходе производства работ возникли трудности ввиду того, что участок насыщен множеством коммуникаций. Пришлось поменять направление трассы, часть трассы на данном участке. Пройти согласование проектной документации, и линия была построена. Это вторая линия наружного освещения в данном микрорайоне. Первую линию мы построили по 10 августа. В следующем году работы по монтажу линии наружного освещения запланированы на 1 Деревенской и улице Маршала Василевского. Там светлой станет дорога к школам номер 17 и 18. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.